Здравствуйте, ребята. Здрасте. Здрасте, ребята. Да чего хорошо. Костя! Это ты, Костя! Наконец-то! А я сбился с ног, искал тебя и в парке, на реке, всюду. Почему ты здесь? Ах, Костя! Ну разве я могла ждать утра? Я должна была скорее увидеть все это, эти стены, столы, парты. Понимаешь, чтобы завтра быть готовой, уверенной, крепко стоять на ногах. А почему у тебя такая иллюминация? Издали точно бал какой. Что ты говоришь? Ничего. Слышишь? Соловей. Весна. Весна. Тебе хорошо, Надь? Об этом не нужно спрашивать, Костя. Идет кто-то. Сколько раз говорил тушить свет. Вот тебе твоя иллюминация. Директор идет. Захар Захарыч! Он самый. А это что за полуношники? А, товарищ Уманцев. Так. Ставлю вам на вид, молодой человек, на территории школы в полночь в обществе посторонней девицы. А ваша фамилия, гражданка? Смеяться изволите, прискорбно. Больше не буду, Захар Захарыч. Постойте, постойте, не разберу. Надя! Надежда Иванна! Захар Захарыч, миленький! Ну какая там Иванна? Давайте просто как раньше. Ну вот, вот. Ставлю вам, однако, на вид, товарищ Кулач. Что такое? Приехали в город, путешествуете по веренной мне школе, а директора не видите? Как это понять, а? Ну, Захар Захарыч, поймите, школа-то новая, не утерпела. А, я старый, так, и смотреть нечего. Вы, Захар Захарыч, самый замечательный. Я так благодарна вам, я так счастлива. Чудесно, чудесно. Только лучше прекратим иллюминацию, а? Константин Семенович, голубчик, не поленитесь. Хороший из него человечишка выйдет, когда подрастет. Вообще все у тебя чудесно складывается для начала, Надюша. Возьмешь первую ноту правильно, песня сама споется. Но нелегко, нет, нелегко. А я не боюсь трудностей, Захар Захарыч. Получишь по своему руководству 7 класс А. Им руководил чрезвычайно опытный, серьезный педагог Грушин. Тебе бы не мешало с ним посоветоваться. Он, как бы тебе это сказать... Ну, я пасую. Слово предоставляю вам, молодой человек. Весенняя ночь коротка, завтра выходной. От души желаю вам бессонницы. такой старик. Замечательный. Столько незнакомых домов, новых улиц. И сада не узнаешь? Постой! Это же Салтановский сад. Ну да. Ну, конечно же. А за углом аптека. Сколько раз я здесь бегала от Салтанова. И как бегала. Его и сейчас все мальчишки боятся. Он что, разве еще в городе? Слышишь? Стучит. Вот забор поставлю и паста. В прошлом году все яблоки разворовали, хулиганы ваши. Позвольте, какие же это мои? Питомцы ваши, школы. Спустили архаровцев. Черт знает что. Воображаю, что теперь будет. А что же именно? Кулагина. Классный руководитель. А вы разве ее знаете? Кого? Надьку? Бывшую детдомовку? Да она над всеми мальчишками атаманом была. Не девчонка, а смерч. Ну какой из нее педагог? Трофим Антонович, здравствуйте. Здравствуйте. Не узнаете? Не припоминаю. 4 года не виделись, а вы все такой же. Да чего ж я вас боялась тогда? Это когда яблоки у меня воровали. Вспомнили, значит. А вот вас я не знаю. А я недавно в городе. Грушин Валерьян Петрович. Биолог. Ах, это вы. Мне очень нужна будет ваша помощь. Вы не откажетесь? Это мой долг. До свидания, Трофим Антонович. До свидания, Игорь Михайлович. Это еще что такое? Люда, что с тобой? С парашютной вышки прыгала. Вот молодец. Без инструктора. Ну ничего, это только небольшая ссадина. Без инструктора прыгать не годится. Никаких инструкторов, никаких прыжков. Что это с ним? Да ну его. С тех пор, как ушла от него жена... Как? Евдокия Васильевна ушла от него? Да, целая история. И дочку хотела забрать, да он не отдал. Вот и трясется над ней. Дай галку. Слышь, отдай. Не отдам. Отдай, тебе говорят. А ну-ка, ударь. Может быть, подраться хочешь? А ну тебя. Погоди. Еще встретимся. Обязательно. Завтра в школе. Папа, кто это? Кто? Воспитательница твоя новая. Математик. Девчонка. По улицам с мальчишками гоняется. Дима! Дима! Знаешь, кто она? Она математиком у нас будет и классным руководителем. Обязательно теперь придираться к тебе начнет. Люда! Иди сейчас же домой. А все-таки нехорошо, Дима, что ты Галчонка травил. Ведь ты же мне его обещал. Люда! А я бы сразу. Чего боец? Ладно уж, решено, значит, точка. Как войдет в класс, никто не-ни. Вам что, отдельный звонок будет? Здрасте, ребята. Садитесь. Ну что ж, ребята, я думаю, нам с вами знакомиться не приходится. Многие меня, вероятно, помнят. Я училась тоже в этой же школе, только тогда она была деревянная и тесная. И также смотрела в окно, как и Люда Салтанова, но только тогда, когда урок был неинтересным. Людка, Людка, вот это... А ты? Ты тоже будешь профессором, как твой брат? Нет, летчиком. А я бортмехаником. В таком случае мой предмет должен быть для вас особенно интересным. Без знания математики нельзя стать летчиком, папанинцем, инженером, стахановцем. Только точный расчет и мера делают нас по-настоящему зрячими, непобедимыми. Ну а ты? Как твоя фамилия? Маруся Петрова. Маруська у нас штурман! Да, Люда. Значит, смелая девочка. А я вас помню. И я. Прекрасно. Тем легче нам приступить к делу. На чем вы остановились до меня? На линиях треугольников. Давайте же проверим ваши знания. Кто может из вас ответить? Я. 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 Я хочу. Хорошо, Лопатин. Иди к доске. Линии треугольника. Высота. Медиана. Тише, ребята, перестаньте. Биссектриса. А ну-ка, начни сначала. Высота. Что же ты? Я слушаю. Медиана. Биссектриса. А где же кукушка? Какая кукушка? Где кукушка? Так это и есть та встреча, которую ты мне обещал, когда я у тебя отняла голчонка? Она может плохо кончиться, особенно для тебя и для твоих друзей. Это он зачинщик, он там строит. Это Димка виноват. Его давно надо из школы вон. Довольно. Когда весь класс не чувствует ответственности за безобразное поведение своего товарища, нечего изображать из тебя безупречность и кричать «Дало Лопатина» из школы. В хорошем коллективе Лопатин никогда бы не посмел сделать того, что он сделал сегодня. Но он не один, у него есть помощники. Мы еще разберемся, кто из вас больше виноват. Теперь, когда дисциплина в труде и поведении решает наши успехи, тот, кто не умеет подчиняться дисциплине, не достоин быть советским школьником. Ну, концерт окончен. Где же твои музыканты? Пусть идут к доске. Кукушка, ворона, все до одного. Я один виноват. Я один отвечать буду. Это очень хорошо, Лопатин, что ты сознаешь свою вину. Но почему ты думаешь, что твои товарищи трусы? Я тоже виноват. Я тоже. Это все? Ну, вылезай, что ли. Ты, Лисицын, свои штучки брось, когда все решили. А зачем мне идти? Я ничего не сделал. Это он виноват. Это Димка. А ты иди к столу разговаривать. И руки опусти. Это что такое? Это не мой. Это Димка подложил. Я не знаю, что это. Ну ладно, довольно, иди к доске. Ну, оркестр в полном составе? Да. Ну тогда веди его к Захару Захарычу и доложи ему о случившемся. А теперь тишина. Урок продолжается. Ну, ребятки, давайте по местам, быстрее, быстрее. Ровнее затылочек. Так, хорошо. Смирнова, для тебя что, отдельная команда? Верно. Внимание. И раз, два, три. Раз, два. Три, раз, два, 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 три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. По местам, ребята. Ранение в затылок. Смирно. Будем повторять еще раз. И раз. А ты, старший пионер-вожатый, что делаешь на зарядке при ребятах? Уставился на меня, со счета сбился, позор. Пианистка все видела. А ребята, ты думаешь, нет? Слушай, Надя. И не подходи ко мне, я тебя не хочу слушать. Ну ты же сообрази, это же несознательно. Это же рефлекс чистейшей воды. Что? Рефлекс? Честная комсомольская. Реакция на определенное и часто повторяющееся явление. По теории академика Павла. Брось дурить. Но, Надюша, я же пошутил, Надюша. Меня зовут Надежда Иванна, Константин Сергеевич. Прошу запомнить, здесь школа. У меня наметный глаз. Кулагина девушка с огоньком. А авторитет дело наживной. Однако на первом же уроке скандал и конфуз. Крик на всю школу. Да, положение нелегкое. Мне пришлось временно после смерти Петра Ивановича руководить этим классом. И должен сознаться, он произвел на меня тяжелое впечатление. Тут, Марья Васильевна, необходимы решительные меры. Вот об этом хотела я поговорить с вами, Валерьян Петрович. Вы обещали мне помочь. С удовольствием, Надежда Ивановна, с удовольствием. Пойдемте. Я о Лопатине. Да, мы слышали, что у вас произошло в классе. И не скрою, очень встревожены. Это может иметь дурные последствия и, несомненно, отразиться на вашем авторитете. Справиться с классом вам удастся только при условии немедленного его очищения от разлагающих элементов. И прежде всего, от таких, как Лопатин. Прежде всего. Вы уверены? Убежден. В этом смысле я уже говорил с Захаром Захарычем, он назначил совет. И там, надеюсь, вы получите единодушную поддержку. Во всяком случае, я всегда к вашим услугам. Лопатина? женщина, беда. А главное, мальчишку своего губит. Очевидно, из скромности и недостаточного знакомства со всей обстановкой в нашей школе Надежда Ивановна ограничилась только изложением фактов. Но наш долг – помочь ей сделать вывод и подсказать решение. У меня достаточно опыта для того, чтобы со всей ответственностью заявить, да, со всей ответственностью, что пока такие, как Лопатин, остаются в школе, никакой педагог не гарантирован от дискредитации, а школа от плохих показателей. Совершенно верно. Нет, неверно. Неверно. Я никогда не бросаю слов на ветер, Надежда Ивановна. Вы можете в этом убедиться. Вот все сведения, собранные мной о Лопатине. Вот успеваемость, вот поведение. Безнадежен. Неправда. Если бы это было так, в нем трудно было бы пробудить чувство неловкости, смущения. Мне не удалось бы так легко переломить его упрямство. Я говорила с ним после уроков, я видела его глаза. А помнишь, Надя, как он травил Голчонка? Это все-таки доказывает... Да. Ничего это не доказывает, кроме того, что вы плохо знаете своих ребят, Константин Сергеевич. Лопатина не переломишь. Поздно. Поздно? Для мальчика его лет поздно? До 14 лет я была такой же, как Лопатин, товарищ Грушин. Мне не прощали моих проступков, но меня учили, мне не сказали поздно. И теперь я сижу вместе с вами. Я педагог. Нет правила без счастливого исключения. Да у нас тысячи таких исключений, и надо быть слепым, чтобы не видеть этого. Я попросил бы Захара Захарыча оградить меня. Надежда Ивановна, говорите по существу. Я по существу, Захар Захарыч. Разве ответственность за судьбу ребят не существо нашего дела? Вот товарищ Грушин заявил нам, что здесь у него все сведения о Лопатине. Так, хорошо. Вот сведения об успеваемости, о поведении. А где же главное? Семья, склонности, как живет? Их здесь нет, товарищ Грушин. Вы заглядывали хоть раз на квартиру к Лопатину? Вы пробовали себе объяснить, почему Лопатин получает неуды? Вам нечего ответить, товарищ Грушин. Мне не нужны эксперименты там, где и без них все достаточно ясно. Вы слышали, товарищи? Педагогу и воспитателю Грушину достаточно ясно, что Лопатин живет в ужасной обстановке. И тем не менее он, не задумываясь, записывает в свой блокнот: Лопатин безнадежен. Лопатинские манки – лишний козырь в руках товарища Грушина. Они хорошо послужили ребятам и на моем уроке. Демонстрация получилась веселая и достаточно шумная. Ну, а подумал ли биолог Грушин, что эти манки имеют некоторую связь с его специальностью? Надежда Ивановна, я предупреждаю вас. Захар Захарыч, но ведь манки-то Лопатин мастерил не на меня, а на птиц. Великолепные манки, я сама их пробовала. Какой тонкий слух на птичьи голоса. А почему? Потому что он любит птиц, знает их повадки. Разве такая склонность подростки не должна была бы заинтересовать биолога? Ну, само собой, который еще не устал экспериментировать. И вот мальчик с такими задатками, из такой ужасной обстановки попадает в школу. Тут он ищет и находит среду. Пытается утвердить себя, заслужить авторитет. Что она говорит? Что она говорит? Да вы не удивляйтесь. Это желание принимало у него уродливые формы, да. Манки сослужили ему дурную службу, да. Но кто помог ему выбрать средства, найти точку приложения сил? Может быть, вы, Валерьян Петрович? Товарищи, наш закон наказывает хулиганов и наказывает их беспощадно. Так и нужно поступать с хулиганами. Но перед нами, педагогами, прежде всего стоит задача воспитывать своих ребят. Стремиться к тому, чтобы хулиганство было навсегда изжито. Нам дано право исключать, но право помочь, вывести на прямую дорогу. Этого права партии и правительства лишило нас, педагогов. Дикий вопрос. Это право дано нам как долг наш. Я думаю, нас можно было бы избавить от азбучных истин. Если бы мы о них помнили. Я утверждаю, что в отношении Лопатина долг нами не выполнен. Я за самое суровое осуждение его поступка, но исключать его сейчас мы не имеем права. Вы кончили, Надежда Ивановна? Позвольте мне несколько слов, Захар Захарыч. Товарищи, я полагаю, что вопрос настолько ясен, что совет не нуждается в дальнейших наставлениях педагога Кулагина. Было бы гораздо лучше, если бы она их приберегла для себя. Именно для себя, во избежание повторения этого скандального урока, которым она уже нас порадовала. Нельзя ли без пререканий? Товарищи, всю свою сознательную жизнь я отдал трудному искусству выращивания того прекрасного, что заложено в ребенке от рождения. Но как родивый садовник я беспощадно вырываю плевелы. Преступно было бы ждать, что они зацветут розами. Родивые садовники умеют отличать плевелы от роз. Ботанические сравнения здесь неуместны. Они очень характерны для педагога Грушина. Но гораздо более уместны, чем ваше поведение на совете, товарищ Кулагин, которое очень характерно для детдомовки, но не к лицу молодому педагогу. Все-таки надо. Товарищи, нам дано право карать нарушителей социалистической дисциплины изгнанием из среды учащихся. Я полагаю, что совет это право использует безоговорочно. Лопатин должен быть исключен. А ты кто сказал, что из-за меня совет? Папа с Грушиным при мне об этом разговаривали. Настоящий соловей. Это что, назяблика? Назяблика. А может, это не выгонят, Дима, а? Ну пусть. Пусть выгоняют. Не надо мне ничего. Дима! Дима! Протестую! Валерьян Петрович прав. Не до экспериментов. Лопатина надо исключить. Вы категорически против такой постановки вопроса. Да-да. Ваше предложение? Мы против исключения. Наши мотивы достаточно ясно изложены товарищем Кулагиным. Я тоже хочу сказать. Я не понимаю, как может Валерьян Петрович так равнодушно отмахиваться от прямых своих обязанностей? Преподаватель неотделим от воспитателя. И незачем обвинять Надежду Иванну в потворстве хулигана. Надежда Ивановна первая пришла и поддержала Захара Захарыча в вопросе об исключении Лисицына. Лисицын лживый, с порочными задатками подросток. Он один из всех приятелей Лопатина не нашел в себе мужества признаться и не явился к директору. Совсем иное Лопатин. И Надежда Ивановна права, тысячу раз права, борясь за его будущее. Я против исключений. В таком случае ставлю на голосование первое предложение. Кто за исключение ученика Дмитрия Лопатина? Я за исключение. Я тоже, хотя мне искренне жаль. Это неизбежно. Кто против? На два голоса меньше. Ну вот, большинство совета высказалось за исключение Лопатина. Право карать нарушителей социалистической дисциплины. Совершенно так. Мудрое и нужное постановление. И применять его надо со всей решительностью, но умело. И только с полным сознанием, что нами выполнено все, что предписывает нам наш педагогический долг. С полным сознанием и только в этом случае. В отношении Лопатина у меня нет такого сознания. Лопатин, безусловно, исправим. В нем жива добрая воля. Я тоже видел его глаза, Валерьян Петрович, когда он привел ко мне своих сообщников и честно во всем признался. Я не считаю возможным его исключить. По праву, данному мне как председателю, я приостанавливаю решение совета до утверждения его району. Дмитрий Лопатин в школе оставляется. Под личную ответственность Надежды Ивановны Кулагиной. Принимаю. Принимаю и докажу, что я права. Вот этого и не надо. Пусть твою правоту докажет сам Лопатин. Ну, зачем ты с ним так резко? Ну, я убеждена, что Лопатин неплохой. Вот вы увидите, какой это будет парень, когда я устрою в детдом и возьму на буксир. Молодец, Надя. Правильно. Уж отпразднуем твою победу. Ты, конечно, будешь сегодня вечером у Шилова. Обязательно. К нашему шалашу. Вот привел вам вашу Кулагину. Бежит, представьте себе, под дождем в одном платьишке и декламирует. Грянет буря, мы поспорим и поборемся мы с ней. Ах, милости прошу к нашему шалашу. Пожалуйста, Захар. Тут я сейчас. А мы вас ждали, ждали. Думали, что не придете. А у нас и тебе разговор. Слишком много во мне разговоров сегодня. Ну а что ж, нам старикам и порадоваться, глядя на вас, нельзя. Так что ли? Нет уж, ты нашего праздника не порт. Себя не обижай. Ради вас мы, старики, сегодня себе вином бороды обмываем. Но ждал ли я 30 лет тому назад увидеть своего Леньку профессором-энтомологом. Сын столяра энтомолог. А, черт-те что! А там сидит как миленькой, с Варюшей Одинцовой глаз не спускает, а? Не то орденом любуется, не то в девичьих глазах судьбу свою ищет. А вот еще одна, с 3 лет сирота, босые ножки. А чем теперь не краса? Грозные очи. Самим Грушиным соревнуется. Вот вам и Надюша детдомовка. А? И по секрету вам скажу, даже Костя и тот ее боится. Да, надо торопиться, а то Егор Моисеевич со своей депутатской напористостью вышибет у меня из рук все мое оружие. Его речь о молодежи принадлежит мне. Да-да, я как директор обязан был ее произнести. И, признаюсь, готовился к ней с утра. Теперь же мне остается только предложить выпить первый бокал за самую молодую из нас, за Надю Кулагину. Она сегодня маленько хлебнула соленой водицы. Не дадим же ей пускать пузыри, очистим ей путь и айда вместе с нами в широкое море. Ура! Стой, 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 стой! Надя, поздравляю. Подожди, поздравляю. Что-то неладное между ними? Да. Собственно, это очень трудно, когда... Что когда? Может быть, вы споете, Варя? Молодыми ручьями поет, танец публик Захар Захарыч, у вас? Прошу извинить, так не кстати, но неприятные обстоятельства. Да что вы помилуете. Мы очень рады. Снимайте пальто. Очень благодарен, но разрешите раньше на два слова Захар Захарыч. Неприятные новости, Захар Захарыч. Исчез Лопатин. Слушай, позвольте, почему именно исчез? Откуда у вас эти сведения? У меня была его мать. Эта женщина устроила скандал на весь город, обвиняя школу в том, будто бы мы погубили ее сына. Это, конечно, вздор, но до тех пор, пока с мальчишкой чего-нибудь не приключилось. А в такую бурю он может утонуть, погибнуть, вообще обокрасть кого-нибудь. И тогда нам с вами придется отвечать, и не только перед матерью Лопатина, перед более ответственными лицами. Это совершенно справедливо. Вот Кулагина уверяла нас, что Лопатин усмирен, что она нашла путь к его сердцу. Теперь вы видите, насколько самонадеянно было это утверждение. Если бы вы, Захар Захарыч, пока это не поздно, согласились взять обратно свое особое мнение, которое вы высказали на педагогическом совете, то школа оказалась бы в стороне от дальнейших неприятностей. Лопатин чистился бы исключен. Я понял вас, Валерьян Петрович. И авторитет школы... Не позвольте беспокоиться. Всю ответственность за происшедшее беру на себя я. Да, я. Лопатин будет исключен только в том случае, если завтра не явится на уроки. Ну, как знаете, Захар Захарыч. В чем дело? Что случилось? Ничего, ничего, все обойдется. Что случилось, Захар Захарыч? Ну-ка, ну-ка, шире место, ногам простор, горячему черту воля. Правильно, дядя Егор, правильно. Пожалуйста. Никаких разговоров. Идем, идем. Костя, почему ты в одиночестве? Идем танцевать. Ну зачем ты так? Как умею, так и чувствую. Мне очень трудно. Мне не легче. Ты думаешь, это пустяки? Это совсем не пустяки. Побег Лопатина может сорвать мне всю работу. А я? Меня можно выставлять на посмешище при всех и говорить как с мальчишкой. Ну разве это не мальчишеский разговор? Хорошо. Я больше с тобой не разговаривать и смотреть на тебя не буду. Глупо. Когда не любят, всегда так говорят. Прощайте, Надежда Ивановна. Что же, начнутся сегодня занятия, или Лопатина будем ждать? В конце концов, он оказался дальновидней своих руководителей и сам избавил нас от себя. Ну, нельзя же так волноваться, Надюша. Ну, я знаю, что это глупо, но я не могу. Это как экзамен, на котором я проваливаюсь. Значит, я действительно ничего не смыслю в ребятах. Ничего. Впрочем, не думаю, чтобы это послужило нам уроком. Мы достаточно самоуверенны, и ничей опыт для нас не обязателен. Чего-чего, а самоуверенности хоть отбавляй. Неправда, Валерьян Петрович. Я не боюсь сознаваться в своих ошибках. Мне очень больно, но я должна сознаться, что ошиблась сама в Лопатине, обманула доверие товарищей. Да-да. И Захар Захарыча. Да-да. Если Димка задумал спрятаться, его никто не найдет. Он лез как свои 5 пальцев знает. А что мы теперь Константину Сергеевичу скажем? Он ведь на нас надеется. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Ну что, не нашли? Нет, Надежда. Как нехорошо, ребята. Ну почему он убежал? Может быть, кто-нибудь из вас знает? Но ведь не мог же он так просто убежать, ни с того, ни с сего. Особенно после нашего с ним разговора. А что ему делать? Все равно из школы выгнали. Как выгнали? Кто это тебе сказал? Люда, кто тебе сказал, что его исключили? Я слышала. Откуда ты могла слышать? Ну что же ты молчишь? Отвечай. Ну пойми, Люда, Диму не исключили. Его исключат в том случае, если он сегодня не явится на уроки. Может быть, ты ему сказала, что его исключили? Да. Зачем же ты ему сказала неправду? Это вы говорите неправду, а я никогда не лгу. Люда, постой! Ты что же так с Надеждой Ивановной разговариваешь? Она за Димку заступалась, волнуется за него. А ты ей не верь, не верь. Она совет собрала, чтобы Димку выгнали, а теперь говорит, что за него заступалась. И на меня врет. А вот честный пионерский от 3-го дня за чаем слышала. Папа говорит, что совет соберут, и Димку обязательно выгонят. А кому я должна больше верить, папе или Кулагиной? Скажи, кому? Я к вам, Трофим Антонович. Вы член родительского комитета. Занят. Нужно поговорить о вашей дочери. Это очень серьезно, Трофим Антонович. Нам нечем с вами разговаривать, Надежда Ивановна. Да, но меня очень тревожит Люда. Совершенно напрасно. О дочери я сам позабочусь. А вы лучше о себе подумайте. Дас. Это все, что вы можете мне сказать? Все. В таком случае я вынуждена буду написать матери Люды. Состояние ее дочери... Люда моя дочь. Моя. Я не позволю. Я один отвечаю за нее. Один. И просто не вмешиваться в мою личную жизнь. За воспитание вашей дочери так же, как и вы, отвечаю я. Я сделаю все, что обязана сделать. Прощайте. Дорожка. Почисти щиты. Костя, ты что-нибудь узнал? Ну, о Димке, о Лопатине. Можете не беспокоиться, он уже в классе на уроке. Врешь! Я не имею обыкновения врать, Надежда Ивановна. Ну, Костя, ну, милая, это ж так хорошо, так замечательно. Не Костя, а Константин Сергеевич, Надежда Ивановна. Нет, Костя, Костенька. Любимый мой дорогой, глупый Костюк. Ты мне должен все рассказать, слышишь, ну? А у тебя что сегодня, уроков нет? Ай, я забыла. Ну, после уроков, да? Да. Я не понимаю. как Грушин в течение 5 лет не сумел разглядеть Лопатин. Чего он только не рассказал о птицах. Да-да. Представляешь себе, Голчонка он травил потому, что ему было стыдно ребят. Стыдно? Он мне признался, что тайком выкормил этого Голчонка, а над ним смеялись и дразнили девочкой. Так он, чтобы доказать... Понимаю, понимаю. С ним чертовски надо быть осторожным. Да ну тащи, тащи! Но сейчас вопрос в том, чтобы извлечь его из дырявого шалаша и заставить учиться. А в детдом его не заманишь. Может быть, пока ведь устроить его ко мне? Он тебе не доверяет. Я пригласил бы его к себе, но и мое приглашение оскорбит его как подачка. Шимов, Васька! Шимов! Да ну тащи, тащи же! Вася! Вася! Константин Сергеевич! Константин Сергеевич! Ау! Подождите! Нет, подожду! Ну, скажи еще раз, что я умный. Умный, умный, умный. То-то же, Надежда Ивановна. По этим животным, которые дышат и жабрами, и легкими, мы можем судить о переходной эпохе и утверждать с полной уверенностью на основании теории Дарвина. Кого? Фу, мне кажется, ножка перехватила. Это в вашей школьной программе нет. Черт. Лично запретил. Куда девалась ножка? Вчера еще была. Черт. Замечательно. Аленушка! Алена! Я тут. Ищи. Чего искать? А ты ищи проворней. Со своей уборкой вечно все засунешь не весь куда. Вчера пропала ножка от стола. Вот такая вот. И крей столярный. Ну, чего ты? Так ведь я тоже. Вчера схватилась, ну? Гляжу, в корзине нет одеяла запасного и подушки. Да неужто воры? Да какие в оболоне воры? Небось, профессор взял он зябкой. А вот куда исчезла рама? А я ее на чердак отнесла. Ага. Спасибо. Так и знал. Вечный убор! Папаша, не как сюда идет. Чего борюсь? Он прячься! Да не туда! Люня, профессор, прячься! Да не съезд, Жонна! Прячься! Отец не должен знать! Тайна! А-а-а! Вечные уборки! Это еще что за зверинец? Это что еще такое? А? Вася! Васька! Ну, живо! Иди сюда. Мне все равно все твои фокусы известны. Ну, Васютка! Деваленок! Сейчас же иди сюда! А, вот ты наконец. Ты что ж ты у бедной матери таскаешь одеяло, подушки? Одну подушку. Опять и клей, и ножки от стола. А мать несчастная весь дом перевернула. Боится вора. А вор наш кровный сын. Ну, папа, я... Молчать! Ты кого в дом привел? Товарищ. Молчать! Ты у меня спросил? Ну как же, тебе скажешь, а ты на всю улицу кричать начнешь. Га-га-га! Молчать! Надежда Ивановна первым делом приказала, чтобы никто не знал. А то расскажут Диме, что на нас живет с ее согласием. Думаю, что такое с ее согласием? Что она хозяйка в нашем доме, что ли? Да он ни за что бы не пошел из шалаша. Какого шалаша? Да Димка до черта самолюбивый, а ему к экзаменам готовиться надо. Леонид его в профессора наметил за способности в зоологии. Ты мне еще поври. Вот ты мне поври еще. Вот я тебя за уж. Вот я тебе. Василий. Василий Григорьевич. Ну-ка, иди сюда. Зачем? Иди, когда зовут. А уши драть не будешь? Молоток где? Спрашиваю я, где молоток? А за поясом что? За каким по... Ну вот, запрячь-то, потом и ищи. Вот гвоздей мало, давай... Эх, Василий Григорьевич, сын. Сын столяра. А стола простого сколотить не мог. Эх, качается, как лодка в бурю. Постой. Комоде наволку возьми, а то подушку спер, а наволки нет. Чтобы тихо, понял? Чтобы мамка не видала. Слышишь? Тихо. Да ладно уж, вылезайте. Все равно никакой тайны не вышло. Еще не хватало. Кулагин у меня в доме командовать начинает. Наглая девчонка. Трофим Антонович, в аптеку. Я Людочку возьму к себе. К себе возьмете. Нет уж, только через мой труп. Не будет этого. Никогда. Воспитательницу новую нашла. Кулагину. Мама? Ты залоги боишься? Нет. Я до ужаса боюсь. Эти, значит, древние членистые черви дали несколько ветвей. Одна ветвь дала трилобитов. А где мы встречаем остатки трилобитов? Остатки трилобитов мы встречаем в древнейших слоях земли. Они заселяли моря палеозойского периода. И их анатомическое строение? Тело их покрыто панцирем, на голове щит, а дальше шел ряд члеников, груди и брюшка. Ближайшие родичи? Мечехвостый. Начертите родословное дерево. Нет-нет, начертите все родословное дерево членистоногих. Димка-то наш, он отлично кроет. Так. А что представляет из себя балланоглос? Что это такое, а? Что это такое? Из мелкого шрифта спрашивают. Прямо угробить хочет. Так вы... не знаете, что такое балланоглос? Нет, я знаю. Я сейчас. Я знаю. Баланглос? Не баланглос, а баланоглос. Баланоглос – это такое небольшое червеобразное морское животное. Баланоглос – это является представителем кишечно-жаберных или первичных хордовых. Самое интересное, что этот баланоглос совсем не похож на рыбу, но все же ее предок. И этим доказывает теорию Дарвина, по которой... Довольно. А что вы знаете о происхождении птиц? О происхождении птиц? Да. Это к любого профессора можно загнать. Первое, что мы замечаем, это то, что у птиц есть большое сходство с пресмыкающимися. Можете идти. Отлично. Не кажется ли вам, товарищ Кулагина, что в классе несколько шумно? Ребята, будем сидеть тихо. Димка! Ну как, сдал? Ну как? Да. Хорошо, Салтанова, очень хорошо. Ты разве не знаешь, что на экзамене нельзя быть с книгой? У меня больше вопросов нет. Может быть, у вас есть? Вот ты нам рассказывала о млекопитающих. А скажи, чем дышит кит? Легкими. А разве он не рыба? Рыбы дышат жабрами. Правильно. Нас не собьешь. Недаром Люда у нас отличница. А есть такие животные, которые дышат и жабрами, и легкими? Ну что ж ты не отвечаешь? Ты должна это знать. Так ты не слыхала о такой рыбе? Цератод. Людочка, что с тобой? Ну, успокойся, Люда. Отдайте! Люда! Люда! Люда, провалилась! Что с тобой, Люда? Отстань! Подумаешь, не отвечает. Ну и не надо. Ты Салтанова не видела? Люда, что с тобой? Что с тобой? Пустите меня! Люда! 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 Папа! Папа! Людочка! Папочка! Людочка! Что с тобой? Что такое? Что ты, девочка? А? Что ты делаешь? Людочка! Людочка! Что с тобой? Что? Я! Ну что? Меня Кулагина! Ударила! Вот неугодно! Полюбуйтесь. Черт знает, что такое. Людочка, успокойся. Успокойся. Ну, знаете, я этого так не оставлю. Это недопустимо. Вопрос об этом надо поставить на родительском совете. Ну, Захар Захарыч знает меня хорошо. А что он может? Что? Когда есть заявление, как говорит Грушин, потерпевший. Когда сумасбродный отец может толкнуть девчонку черт знает на что. А у нас никаких доказательств твоей невиновности. Доказательств? Ну, конечно. Ну, кто подтвердит, что ты не ударила ее? Кто? Значит, меня обвинят? Во всяком случае, сегодня ночью мы ставим вопрос в райкоме комсомола. Мы примем все меры. Но решает прокурор. Значит, меня могут обвинить в том, что я ударила девочку? Ребенка? Меня, комсомолку, за избиение к прокурору? Вот плоды непринципиальности. Захар Захарыч впервые поддался личному чувству. Мне его искренне жаль. Вы верите, что Кулагина действительно ударила Салтанову? Все эти разговоры преждевременны и излишни, товарищ Уманцев. Делу дан законный ход, и свои соображения вы можете сообщить прокурору. Мое мнение я ему уже высказал, оно всем известно. Садитесь. Вот что. Я вынужден распоряжение района. Одним словом, временно до разбора дела вам придется, Надежда Ивановна, не посещать школу. Хорошо, Захар Захарыч. Это все, Захар Захарыч? Все. Надя. Что, Захар Захарыч? Нет, ничего. Иди, иди. Костя? Да? Это я, Надежда Ивановна. К вам можно? Конечно, Дима. Входи. Уезжайте. Что ты? Я просто не перебирала у себя давно. Может, помочь вам? Ну что ж, хорошо. Вы меня простите, Надежда Ивановна. Я виноват был. Я знаю, мне Вася все сказал. Кабы не вы... Я буду учиться на профессора, как Леонид Григорьевич. Он говорит, я способный. Тот самый? Тот самый. Возьми его себе на дружбу. Хочешь? Мы к вам, Надежда Ивановна. Можно, давай, давай. Это мы, Надежда Ивановна. Вам можно? Здравствуй, Надежда Ивановна. Здравствуй. Мы, Надежда Ивановна, постановили всем классом выразить вам свое полное доверие и сочувствие и объявить Людке Салтановой, объявить бойкот. Во всем Людка виновата. Броня она! Мы с ней дружить не будем. Не будем. Нет. Ребятки мои славные, мне очень, очень дорого ваше доверие. Но разве можно так поступать с Людой? Вас семеро, и все вы на нее одну. Этак и зашибить легко. Что-то не по-товарищески выходит, Вася, а? Я знаю, что надо. Что? Дима! Дима! Я сейчас, Надежда Ивановна. Люда, мы к тебе за делом пришли. Нам с тобой поговорить надо. Вроде как делегаты. От всего класса. И ты слушай, если оказалась несознательной. Я несознательная? А скажешь нет! Почему ты правду не говоришь? Какую правду? Вот что, Люда, мы с тобой дружим, и я тебе верю. Ты нам все на чистоту расскажи. Что у тебя там с Надеждой Ивановной случилось? Надежду Ивановну за тебя с работы снимают. Из-за меня? Твой отец нажаловался, что тебя Надежда Ивановна избила. Сама стекло в шкафу разбила, порезалась, а Надежда Ивановна виновата. Надежда Ивановна? Идет. Трофим Антонович идет. Дима! Дима! Вам что угодно. Я пришла говорить с вами. Ночью приходит в аптеку только в экстренных случаях. И не для разговоров, а за лекарством. У меня экстренный случай. Мне нужно знать, что с Людой. В нормальном состоянии она никогда не солгала бы. Я предупреждала вас о ее состоянии, вы не хотели меня выслушать. Теперь я не уйду, пока мисс, вы мне не скажете, что с вашей дочерью. Дети спят в это время. Не мешало бы вам знать. Да, но вы не спите. Я жду ответ. Вы подали на меня заявление в районо. Вы возбудили против меня дело у прокурора, ссылаясь на показания Люды. Вы верите в то, что написали? А я не желаю вам отвечать. Я отвечу прокурору. Я вообще бесцельный разговор. А я бы и не начинала его, если бы не знала, какие потрясения ожидают Люду. Неужели вы думаете, что мне страшен прокурор? Это советский прокурор, я честный педагог, и Люда честная девочка. Она одумается завтра, я уверена, и скажет правду. И тогда... Что вы тогда ответите прокурору? Вы создали себе воображаемого врага и боретесь с ним, не жалея сил. Вы все еще не можете забыть, как я таскала у вас яблоки и продолжаете замахиваться на меня палкой. Ведь так? Конечно, так. Но дело не в нас, а в Люде. В конце концов, мы можем с вами подраться, если вам так хочется. Но Люду не вмешивайте в нашу драку. Она у порога жизни. Она должна верить тем, кто ведет ее в жизни. И вам, и мне, и своей матери. Она не должна спрашивать себя, кто из нас прав. Это очень мучительно. Очень. Особенно, когда неправым окажется отец. Люда! 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 Глупейшая привычка. Захар Захарыч, вы не спите? Можно к вам на минутку? Валерьян Петрович, так поздно. Ну что ж, прошу, прошу. К хорошей погоде, говорят. Не знаю. Может быть, может быть. Я не мог заснуть, Захар Захарыч. Я все думаю, есть ли это скандальная история. Да, именно так, скандальная. Получит свое дальнейшее развитие. Ночись, ночись. Вы думаете, что я пришел как победитель? Собираюсь демонстрировать перед вами свое торжество? Это не так. Правда, жизнь подтвердила мои опасения, но я никогда, никогда не был мелким человеком. Мне дороги интересы школы, а не мое самолюбие. Вот вы, я слышал, выступаете на стороне Кулагиной. Это более чем опрометчиво, Захар Захарыч. Мне кажется, что вы недоучитываете серьезности создавшегося положения. Я считаю своей обязанностью предостеречь вас. Все против Кулагина. И мнение города, и отсутствие свидетелей. Наконец, Люда. Люда исключительно правдивая девочка. Почему бы на этот раз она стала лгать? А вы говорили с ней? Она так потрясена, что отец уложил ее в постель. Не до разговоров. Меня подозревают в ненависти к этой Кулагиной. Какой вздор, ну что она может у меня отнять? Мои знания, мой опыт, мой авторитет. Может. Что вы сказали? Нет, нет, ничего. Продолжайте. Я чувствую в вашем голосе какую-то неискреннюю, двусмысленную ноту. Это ваша улыбка. Наконец-то ваши занятия. Петушки. Петушки великое дело, Валерьян Петрович. Вот сделаете петушка, и необдуманное слово умирает, не родившись. Слово обладает могучей силой. Оно может убить человека и возродить к жизни. Надо подумать раньше, чем произнести его. Но оставим это мое занятие. Давайте лучше вернемся к предмету нашего спора. К молодому педагогу Кулагиной. К вопросу о том, что она... Вот, взгляните. Она нашла нужным явиться к своему директору. Правда, у него рочное время не в обычном виде. Но когда человек первый раз в жизни выполняет свой гражданский долг, он уже не тот, каким был раньше, Валерьян Петрович. Идем. Пусть спит. что же, она отказалась от своих показаний? Она поняла всю их нелепость. Совершенно очевидно чье-то воздействие. Безусловно. Воздействие среды, товарищей, Кулагиной. Кулагиной? Да, и Кулагиной. Вот мы и пришли к решению вопроса, что Кулагина может. Надя! 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 Скорей, скорей! Хорошие новости! Скорей ко мне! Скорей, скорей! Надя! Надежда Ивановна! Ура! Хорошие новости! Он тебе расскажет все то, что и я, но только лучше, лучше.